Занятия физкультурой и спортом популярны в молодежной среде. Сила, быстрота, выносливость – все эти качества воспитываются благодаря дружбе со спортом. И препятствием для спортивных состязаний не являются даже ограниченные возможности здоровья. Ребята из Анапы, а также из Красноармейского, Кавказского, Крыловского, Тимошевского, Тихорецкого, Павловского, Лабинского, Успенского, Темрюкского и Славянского районов прибыли на фестиваль в нашем городе. В Центре спортивной подготовки олимпиец дети-инвалиды и их сверстники собрались, чтобы выявить сильнейших. Начальник управления по физической культуре и спорту Славянского района приветствовал участников фестиваля и пожелал им добиться хороших результатов в честной, справедливой борьбе. Этим состязаниям придается большое значение на краевом уровне. Это очень важные соревнования, которые проводятся в рамках государственной программы «Доступная среда» и позволяют молодежи, молодым ребятам путем взаимодействия друг с другом почувствовать себя настоящими спортсменами, влиться в спортивную семью Краснодарского края. Соревнования проводились по следующим видам спорта. Бег на 60 метров, прыжки в длину, бег на 300 метров, настольный теннис. Наши спортсмены были настроены на то, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Я люблю заниматься спортом. Я занимаюсь спортом уже 3 года. Мы с нашей школы приехали уже 2-й раз сюда. Все наши ребята очень старались, и результаты порадовали. Мария Щербакова заняла 2-е место в беге на 60 метров, стала 3-й в беге на 300 метров. Илья Рындин стал 2-м в беге на 60 и 300 метров. Вошли девушки из Славянска в число призеров в прыжках в длину и в настольном теннисе. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».